Несчастьем закончился очередной выпуск юмористической программы Comedy Club. Сложно было представить, что появление в зале Дмитрия Деброва и его молодой супруги Полины закончится колоссальным скандалом и вызовом скорой помощи. После произошедшего косвенные виновники несчастья, ведущие программы Павел Воля и Гарри Харламов, заявили, что у Дмитрия Деброва просто больная психика и сумасшедшая ревность, коли он позволил себе такое поведение. Ничего плохого не предвещало, когда ведущие Comedy Club вызвали Полину Деброву на сцену и стали задавать щекотливые вопросы. Однако уже через несколько минут 34-летнюю супругу Дмитрия Александровича вынесли на носилках из концертного зала. Скандал начал ведущий программы Павел Воля, который начал задавать провокационные вопросы о семейной жизни Дмитрию Деброву и его супруге, намекая на почти 30-летнюю разницу в возрасте. Было заметно, что Дмитрий Александрович нервничает и игнорирует вопросы ведущего. Однако Павел Воля пошел еще дальше. Он вызвал Полину Деброву на сцену и там продолжил беседу. В какой-то момент Павел Воля неосторожно приобнял супругу Деброва за талию, чем вызвал колоссальный гнев со стороны ее мужа. Дебров потребовал, чтобы жена вернулась обратно, а Павел Воля прекратил выступление. Но находчивый резидент Comedy Club попытался перевести все в шутку. Он заявил Дмитрию Деброву, что у него с ее женой приготовлен номер, для которого Полине надо переодеться. После этого Павел Воля и Полина Деброва удалились за кулисы. Однако после этого нервы Дмитрия Александровича не выдержали, и он ворвался за кулисы вслед за своей женой и Павлом Волей. Дебров стал в грубой форме отчитывать свою супругу, что она посмела без его разрешения участвовать в выступлении. Модель и телеведущая, 34-летняя Полина Деброва, сильно разволновалась, и у женщины началась истерика. Павел Воля и Гарри Харламов попытались объяснить Дмитрию Деброву, что это был всего лишь юмористический номер. Однако за спором они не заметили главного. Полина Деброва осела на пол и потеряла сознание. Супруга Дмитрия Александровича была госпитализирована в московскую больницу с сердечным приступом. Надо отметить, что до последнего события семья Дебровых не была замешана в скандалах шоу-бизнеса. Дмитрий Дебров женился на Полине, когда той было только 18 лет. Ведущий нередко хвастался, что украл свою жену прямо с выпускного бала.